В Москве суд арестовал мужчину, напавшего на журналиста. Александра Орлова признали виновным в неповиновении сотрудникам полиции. Замоскворецкий суд Москвы назначил наказание в виде 5 суток административного ареста за неповиновение сотрудникам полиции Александру Орлову, которого подозревают в нападении на журналиста телеканала НТВ во время празднования Дня ВДВ в парке Горького. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Эмилию Хиль. Орлова признали виновным в неповиновении сотрудникам полиции, чьи 1 из 19 3 КАП, ему назначено наказание в виде 5 суток, рассказала она. Ранее сообщалось, что в отношении Орлова расследуется дело по статье «Побои». Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Как сообщал корреспондент НЭТ 2 июля, корреспондент телеканала НТВ Никита Развожаев был избит в парке имени Горького мужчиной в футболке с надписью «Оплот», который выкрикивал «Украину захватим», добавляя нецензурные слова. «Оплот», организация, признанная в Украине террористической, была основана в Харькове в 2010 году. Члены «Оплота» причастны к проведению и охране множества акций пророссийского характера, которые проводились на территории Украины. В Харькове «Оплотовцы» участвовал в столкновениях с участниками местного Евромайдана. Кроме того, члены «Оплота» причастны к неоднократным захватам здания Харьковской ОГ весной 2014 года, принимали участие в штурмах и захвате мэрии Донецка и Донецкой ОГА. В России из напавшего на журналиста сделали проукраинского активиста. По материалам сайта newsgro.com.